облаках есть страна дракошия. Вундер, Тайми, Пауи и мисс Оля тоже, Рути и Тутуча. И, конечно, Тоша. Дракошия, дракошия, дракошия. Здесь живут веселые друзья. Магией и дружбою полна Дракошия, волшебная страна. Дракошия, волшебная страна. Мудрый шар. Пришло время дракошного завтрака. Ну что же съесть? Яблочко такое хрустящее, а груша такая сладкая. Яблочко или грушу? Яблочко или грушу? Яблочко или грушу? Я не могу выбрать! Вот бы все решалось за меня! Дедушка Рубус! Здравствуй, Тоша. Кажется, у меня есть для тебя подходящий подарок. Что же там такое? Что там? Это волшебный мудрый шар. Скажи ему, из чего выбираешь, и он поможет тебе принять решение. Ого! Спасибо, дедушка Рубус! Сейчас попробую. О, мудрый шар, скажи, мне съесть грушу? Ага, это означает нет. Может, мне тогда скушать яблочко? А это значит да! Тогда я съем яблочко! Какое же оно хрустящее! Отличный выбор, о, мудрый шар! Теперь я буду слушаться тебя во всем! Пора поиграть в мяч с друзьями! Но на улице дождик. О, мудрый шар! Мне сегодня остаться дома? Понятно. Значит, мне лучше поиграть на улице? Как скажешь, о, мудрый шар! Что-то игра не идет. И друзей не видно. Эй, Тоша! Привет, Тайми! Полетели играть в мячик? Ты чего, Тоша? На улице ведь дождик. Сейчас лучше посидеть дома. А вот и нет. Сейчас лучше поиграть на улице. Это мне мудрый шар подсказал. Как знаешь. Это и правда было странное решение. Зато я проголодался. Уж сейчас ты не подведешь. О, мудрый шар, съесть ли мне сладкую клубничку? Чего? Мне что же, есть кислый лимон? Может, все-таки клубничку? Как кисло! Я почти уверен, что это решение не было лучшим. Ого, какой урожай! Один я тут не управлюсь. Тоша, привет! Поможешь мне собрать урожай груш? Конечно, Рути! Сейчас соберу все одним мигом! Как это лучше сделать? О, мудрый шар! Может мне собрать все груши с помощью магии пузырей? Может мне просто потрясти дерево? Понятно! Так и сделаю. А ты уверен, Тоша? Конечно, ведь так решил мудрый шар. Видишь, работает. Тоша, меня сейчас засыпет. Нужно другое решение. Но так сказал мудрый шар. Тоша, помоги! Я знаю, что делать. Тоша, магия пузырей! Ого! Спасибо! Вот это ура!
урожай так урожай. Молодец, Тоша. Спасибо. Оказывается, самому принимать решение — это так здорово. А еще это очень вкусно. Великан Тайми. Пора узнать, насколько дракоши выросли за год. Ура! Просто не терпится! Но как это сделать? Кое-что изобретем. Вундер! Магия техники! Это механическая линейка. Она покажет, насколько мы подросли за год. Например, я вырос на 5 сантиметров. У-ху! А я на целых 10 сантиметров. Моя очередь. Ну, что там? Тайми, а ты, похоже, даже уменьшился. Чего? Шучу, шучу. Ты подрос на 1 сантиметр. То есть я меньше всех? Это нормально. Потом еще подрастешь. Не хочу потом, хочу сейчас. Привет, Тайми. А ты не мог бы мне помочь? Конечно, а что надо делать? Надо собрать все тыковки и положить их в тележку. Можешь начать с маленьких. Это слишком просто. Я подниму самую большую тыкву. Погоди, Тайми. Она для тебя великовата. Почему же я такой слабый? Эй, Тайми, давай качаться на качелях. Давай, сейчас ты подпрыгнешь до самого солнышка. Ну же, почему не качается? Похоже, я тяжелее тебя. Это нечестно. Почему из всех дракош я самый легкий, слабый и крохотный? Зато ты самый миленький. Не хочу быть миленьким. Хочу быть самым большим, тяжелым и сильным. Дедушка Рубус! Кажется, у меня есть для тебя подходящий подарок, Тайми. Это какой же? О! Тайми, магия суперскорости! Это волшебная кепка великана, которая любого сделает огромным. Сейчас проверим. Ничего себе! Я и правда стал великаном! Спасибо, дедушка Рыбус! Пойду похвастаюсь перед друзьями. С маленькими тыквами закончили. Такую тыкву может поднять только Пауи. А эту вообще никто не поднимет. Ха! Это мы сейчас посмотрим. Смотри, какой я стал сильный, Руди. Могу поднять что угодно. Даже самую большую тыкву. Моя тележка! Мои тыковки! Мой домик! Ой, прости, Руди. Кажется, я немного переборщил. Ой, что за туча среди ясного неба? Ха, это не туча, это я, великан Тайми! Удивлен, Вундер? Ого! Посмотрим, какой теперь у меня рост. Ну, что там? Кажется, она сломалась. Ой-ой-ой, пойду-ка я домой, пока еще что-нибудь не сломал. Ой, я даже для своего домика великоват. А почему ты вообще решил стать великаном, Тайми? Просто мне хотелось быть большим и сильным. И чтобы все меня за это любили. Ну а мы любим тебя таким, какой ты есть. Ты самый быстрый, самый ловкий и самый веселый дракоша на свете. Ой, спасибо. Я теперь снова хочу стать маленьким. Но не знаю, как это сделать. Это не сложно, Тайми. Надо просто снять волшебную кепку. Ну, конечно! Я снова стал собой! Ура! Ха!
теперь я великан тутучище! Волшебные часы. Время дракошного завтрака! Привет, Тайми! Хочешь позаниматься музыкой? Еще как хочу! Ура! Музыка! Побросай мячик в кольцо. Конечно, обожаю играть с мячиком. Тайми! Тайми! Надо ускориться. Тайми, магия суперскорости! Тайми! 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 Как же мне все успеть? Еще и есть охота. Дедушка Робус! Кажется, у меня есть для тебя подходящий подарок. Это волшебные часы. Если нажать кнопку, они остановят время. Спасибо, дедушка Робус! Теперь я могу сделать все одновременно! И мячики закинул! Мой мячик! И на инструментах сыграю! Мячик, вернись! Положим большую шестеренку, потом среднюю, а затем самую маленькую. Должно сработать. Только сначала приберусь. Осторожно! Ой, какой-то сегодня странный день. Ура! Получилось! Молодец, что починил время, Тайми. Но как тебе это удалось? Просто я понял, что все нужно делать по порядку. Мисс Оля, можно я сначала поем, а потом мы с тобой позанимаемся музыкой? Пауи, а с тобой мы поиграем после занятий с мисс Олей, хорошо? Конечно, Тайми! У дракош много дел, чтобы каждый все успел. А с вороной-то что случилось? Ой, сейчас мы ее починим! Красивый снимок.
Смотри. Ага. Ого! Какие высокие у тебя цветочки, Рути. Это еще что, Вундер? Вот в прошлом году я вырастил цветочки выше дедушки Рубуса. Эх, вот бы я мог сохранить их на память. Сейчас кое-что изобретем. Вундер! Магия техники! Это дракошный фотоаппарат. С его помощью можно сохранить на память что угодно. Ого! А как он работает? Сейчас покажу. Встань рядом с цветочками, и я вас сфотографирую. Готово. Посмотрим, что получилось на снимке. Ах, как дракошно! Это тебе, Рути. Спасибо, Вундер. У тебя получаются очень красивые снимки. Ой, тогда я сделаю еще парочку. Красиво, Вундер! Можешь и меня сфотографировать? Конечно, Тоша. Улыбнись-ка. Ну что, как получилось? Что-то этот снимок не кажется мне красивым. Попробуем еще. Давай, только в этот раз я сделаю другое лицо. Фотографируй. Снова какая-то чепуха. Как же нам сделать фото красивым? Может, нам помогут другие дракоши? Конечно, я буду рада помочь. Думаю, секрет красивого фото – это красивая шляпка. Ага. Только у меня такой нет. А мы ее тебе сейчас сделаем. Мисоля, магия творчества! Ух ты! А давай еще красивее! Еще! Спасибо, мисс Оля. Теперь снимок точно будет красивым. Ай! Надо попробовать что-то еще. Все просто. Для красивого снимка нужно очень много цветов. Рути, магия растений! И правда красиво! И ароматно! Что же это такое? Ничего не получается! Как же хочется получить всего один красивый снимок! Дедушка Рубус! Не грусти, Тоша! Кажется, у меня есть подарок, который тебе поможет! Для выдувания пузырей! Обожаю пузыри! Какие красивые! Тоша! Тоша! Ой, Вундер, что-то я заигрался. Давай делать снимок. А я уже все сделал. Что? Как красиво получилось, Вундер! Ого! Кажется, я понял! Красивый снимок выходит тогда, когда мы занимаемся любимыми делами! Хо-хо! Хорошо сказано, Тоша! А давайте сделаем самый дракошный снимок! Волшебная прическа. Не шевелись. Еще долго, мисс Оля? Осталось совсем чуть-чуть. Только дорисую прическу. Ой,
это что-то новенькое. Что происходит? Наступает осень. Мои листочки становятся желтыми и скоро опадут. Опадут? Но ведь тогда портрет будет совсем некрасивый. Знаю, надо позвать на помощь того, кто разбирается в растениях. Все верно. Деревья осенью желтеют и теряют листву. А это можно как-то остановить? Можно попробовать. Рути! Магия растений! Готово! Лады, саженцы! Моя магия не сработала. Это потому, что я не простое дерево, а волшебное. Мотки-палки! Если их не собрать, дедушка Робус останется совсем без листьев. С этим помогу я! Время разогнаться! Дай мне магия суперскорости! Проще простого! Ой, спасибо, Тайми! Еще кого-нибудь? Что думаешь, Вундер? Проблема в форме. Давайте ее изменим. Но как? Сейчас что-нибудь изобретем. Вундер! Магия техники! Это робот-парикмахер. Он сделает подходящую прическу для нашего дедушки. Щекотно! Ой, слишком празднично. Слишком музыкально. А это слишком... слишком! Хо-хо! Таким элегантным я еще не был. Сейчас мы это нарисуем! Красивый портрет дедушки Робуса. Давайте еще раз попробуем все исправить вместе. Если мы промокнем под дождем, мы на небе солнышко найдем. Если солнце спряталось за тучи, мы найти его тебя научим. Знаем мы прекрасно, не грусти напрасно, справимся с бедой любой. Все исправить можно, сделаем дракошно, выход мы найдем с тобой. Случается, не сразу получается, но ты бери пример, дракош. И решение всегда везде найдешь. Получилось. Почти как раньше. Мотки-палки, мне никогда не нарисовать портрет дедушки Робуса. Не грустите, мои милые дракоши. Перемены всегда приходят, и это нормально. Главное помнить, что после осени однажды обязательно наступит весна. Какая зеленая у тебя прическа! И какая мягкая! Ты был прав, дедушка Робус. Можно было просто подождать. Вот бы и мне такую шевелюру. Хо-хо! Кажется, у меня есть подходящий подарок. Кажется, я придумала, что нарисовать. Молодец, мисс Оля!